Друзья, всем привет, и мы продолжаем приключения нашего любимца Ам-Няма. Ам-Нямушка, вставай, тебя ждут великие дела. Ну что, друзья, давайте-ка пособираем бонусы, которые скопились за ночь. Ой, бедняжечка, ты что? По-моему, лапку обжег в камин. Так, ну что, давай гимнастику сделай вот на этой лампе. Вот так, чудесно, чудесно. Хорошо. Итак, друзья, давайте-ка пока он делает гимнастику, будем продолжать собирать бонусы. Вот так, замечательно, замечательно. Смотрите, сколько звездочек, здорово. И здесь... Что там такое, Ам-Нямушка? Опять что-то куда-то влез. Так, собираем, собираем, собираем бонусы. Вот этих растений очень трудно отобрать эту звездочку. Смотрите, какие вредины. Отдай звездочку, отдай, отдай. Ну, слушайте, смотрите, что делает. Отдай звездочку. Ну, вот хочет укусить нашего Ам-Нямушку и ни в какую не отдает. Отдай звездочку, вот так. Вредина, не хочет отдавать звездочку, ну прямо беда. Ну ладно, друзья, давайте-ка позже еще попробуем с ней повоевать вот с этим вредным растением. Так, а ты нам отдашь звездочку? Отдай звездочку, вредина. Никакой не хочет отдавать. Ну раз они так, давайте-ка ты, друзья, с ними вот по-жесткому поступим. Вот, вот так, удалили. И вот это растение тоже. Отдавай, а не то удалим, не хочешь? Не хочет по-хорошему, тогда давайте вот так, по-плохому с этим растением разберемся. Вот так, вот в коробку его посадим. Вот, что-то не хочет в коробку садиться. Вот так, вот, да, вот, вот, отлично. Здорово, получилось, получилось. Ну что, друзья, тогда давайте-ка что-то другое еще поставим, чтобы там место не пустовало. Давайте-ка, друзья, мы туда поставим. Не, ну давайте-ка назад, друзья, чтобы не тратить деньги, поставим. Вроде бы есть, уже в прошлом видео мы неплохо подзаработали, но все равно, друзья, чтобы не рисковать, давайте-ка мы еще поставим несколько растений. Ну тогда уже Ам-Нямушкой займемся. Так, вот, вот, замечательно. Так, кстати, какое у нас там за задание? Так, я понял, Ам-Няму нужен импульс. Подари ему игрушку-подушка, как высоко он на ней прыгнет. Ну, здорово. Хорошо, друзья, давайте-ка пока отведем нашего Ам-Нямушку в ванную комнату. Хорошенько покупаем, почистим зубки, а тогда уже займемся. Кстати, какие там еще задания? Подзови Ам-Няма свинка и еще подзови Ам-Няма старинная. Так, что-то. Ну, хорошо, сделаем эти задания. Но вначале, друзья, давайте-ка почистим Ам-Нямушку. Ам-Нямушку хорошенько мылом помоем вот так. Здорово, вот. Ой, какой хороший душ, здорово. Еще, друзья, давайте-ка почистим ему зубки. Да. Вот, и так наш Ам-Нямушка абсолютно чистенький. И осталось только его покормить. А кормить, друзья, давайте-ка мы сегодня будем не конфетами, не тортиками, а... давайте-ка дадим ему вот эту кофейную конфетку. Вот так. Здорово, и 100% мы его накормили. А еще, друзья, давайте-ка отведем его в гардероб. И давайте-ка что-то поменяем нашему Ам-Нямушке. Давайте-ка мы что-то ему поменяем. Еще не знаю что. А давайте-ка наденем вот этот шлем викинга. Смотрите, как ему мило в нем. Либо шапочку, либо вот такую вот кепку. Возможно, даже вот такой вот светильник. Так, ну, хотя, вы знаете, вот этот шлем викинга, который мы выиграли, мне очень нравится. Возможно, на нем и остановимся. Итак, друзья, давайте-ка перейдем с вами в игровую комнату. В дом нашего Ам-Нямушки. И сейчас попробуем выполнить задание. Дав нашему Ам-Нямушке игрушку-подушка. Сделав импульс, возможно, это поможет ему получить еще какой-то приз. Так, итак, нужна подушка, игрушка. Подушка, игрушка, держи, Ам-Нямушка. Вот тебе подушка, игрушка. Очень здорово подпрыгивает, смотрите, что делает. Замечательно. Итак, давайте-ка соберем. Вот, да, награда, задание выполнено, здорово. А сейчас давайте-ка еще Ам-Нямушке дадим какую-то прикольную игрушку. Вот этот забавный шар. Ну-ка, Ам-Нямушка, давай-ка, попрыгай. Вот, здорово, да, вот так, вот так. Ой, где-то упал, бедняжечка. Ну ничего, главное, что цел.
Здорово, здорово. Ну что, друзья, давайте-ка еще дадим нашему амнямушке какую-то игрушку. Так, ага, дадим ему вот этот забавный скейт. Пусть катается. Вот так, да-да-да-да-да, замечательно. Отлично, здорово. Все хорошо у нас получилось. Итак, собираем бонусы, звездочки, отлично. И еще, друзья, ой, а что это он уже у нас голодный? Вот, друзья, ведь видите, как бы быстро, несколько раз поиграл, и уже наш амнямушка оказался голодный. Ну, нужно опять его чем как-то кормить, давайте-ка тогда дадим ему какое-то особое мороженое. Ага, нет такого мороженого, чтобы сразу ему 100% аппетит подняло. Поэтому, друзья, давайте-ка дадим, ну, конфетки мы уже давали, ну, тогда давайте-ка дадим вот этот тортик. Вот, здорово накормили. Ой, что это было, амнямушка. Ну и сейчас, друзья, давайте-ка мы его покупаем. А то после игр он совсем у нас пачкается. Так, ну давайте-ка применим вот это забавное мыло. Чайное. Вот, недавно мы его только выиграли. По-моему, в прошлом уровне. Несколько серий назад. Вот такое забавное чайное мыло. И еще почистим зубки нашему амнямушку. Вот так, здорово, здорово, друзья. Чистим, чистим, чистим. Итак, абсолютно чистый амнямушка может возвращаться в игровую комнату. Давай-ка мы с тобой перейдем и еще поиграем с какими-то игрушками. Итак, друзья, пишите в комментариях, с какими игрушками вы любите. Ваш амнямушка любит играть. А мой, смотрите, как любит танцевать, друзья. Да-да-да, вот так, да-да-да. Давай, амнямушка, вот, здорово. Отлично, очень классно танцует, молодец. Отлично. Вот что делает наша амнямушка. Отлично. И еще вот так. Здорово, здорово. Умничка. Ну, а сейчас, друзья, я возьму для нашего амнямушки, раз такая музыкальная пауза, еще дам ему вот этот диско-шар. Давай, амнямушка. Вот как здорово наша амнямушка танцует. Да, это было здорово, друзья. Молодец, амнямушка. Очень здорово у тебя получилось. Умничка. Давайте-ка мы его немножко вот так погладим. Вот, вот. Хороший, хороший амнямушка. Да-да-да. Умничка, умничка. Молодец. Так. Да-да-да-да. Умничка. Так, ну что, друзья, давайте-ка еще какую-то игрушку дадим нашему амнямушке. Так, что бы тебе интересненького еще дать? Так, ну, пугать его чемоданчиком, сундучком неохота. Дразнилкой дразнить тоже жестоко. Давайте-ка дадим ему вот этот самолетик. Вот такой вот классный самолетик. Радиоуправляемая игрушка. Ох, нравится нашим амнямушке им руководить. Вот так, здорово, здорово. Прикольная, классная игрушка. Отлично. Итак, друзья, есть у нас 30 тысяч. Но я боюсь, этого маловато. Нужно будет еще позаработать денежек, а то в следующем видео мы перейдем на 45 уровень. Кстати, друзья, давайте-ка посмотрим, а что же на 45 уровне нам дадут. Так, на 45 уровне, друзья, вот, здорово, друзья. На 45 уровне у нас, друзья, откроется космическая шерстка и появится вот такой вот прикольный диван. Голубой. Здорово, здорово. Это будет очень интересно, друзья. Замечательно. Хорошо. Кстати, друзья, смотрите, а нас что дальше у нас будет? На 46-м у нас открыются очки и тыква. На 47-м стол и конфетка. На 48-м рыбка и камин. На 49-м нимб и обои. И на 50-м игрушка-машинка и какие-то особые очки. Ну, здорово, здорово, друзья. Ну что, тогда давайте-ка мы еще с нашим амнямушком дадим ему еще какую-то игрушку. Пусть повышается в уровне. Сейчас, ну, тогда давайте-ка дадим еще дразнилку. Пусть пожует. Заработает еще несколько очков.
Вот так здорово. Кстати, друзья, ага, вот. Уже нужно его и купать. Ну, пока купать мы его не будем. Давайте-ка, друзья, пока, раз такое дело, мы еще подзаработаем очков денежек для нашего амнямушки. Полетим с ним на ракете. Вот, и подзаработаем еще денежек. А то у нас только 30 тысяч. Я не знаю, сколько же будет стоить вот эта шерстка на 45 уровне. Завтра мы туда уже перейдем. Возможно, денег не хватит. А возможно, и хватит. Ну, будем пробовать. Отлично, летим, летим, собираем. Вот так, здорово, друзья. Отлично. Итак, уровень второй. Продолжаем лететь, собирать монетки. Отлично, друзья. Вот так, хорошо, замечательно. Вот, здорово, 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 замечательно, друзья. Итак, вперед, вперед летим и собираем монетки. Замечательно. Отлично, летим, летим. И еще вот так. Здорово. Хорошо, летим, летим. Отлично. Еще вот так. Замечательно, друзья. Вот. Итак, уже у нас сколько? Уже больше 1000 монеток. 1200, 1300 монет. И мы переходим на третий уровень. Хороший результат. Итак, продолжаем лететь. Летим, собираем, собираем. Вот так. Смотрите, сколько монеток. Вот. Чудесно, чудесно. И еще вот здесь пособираем. Итак, 1700 монет уже есть. Неплохо. Осторожно, осторожно, амнямушка. Вот пролетаем возле двух астероидов. И здесь тоже очень осторожненько, амнямушка. Очень много всяких препятствий. Но ничего, наш герой не боится. Летит дальше. Итак, очередной уровень. Четвертый пройден. И мы переходим на пятый. Вот, замечательно, замечательно. Еще вот так. Вернее, мы сейчас перешли на четвертый. Ну ничего. Итак, летим дальше. Вот, замечательно. Осторожно, осторожно, амнямушка. Вот так. Да, уклоняемся от астероидов и собираем монетки. Вот, смотрите, уже 2000 монет уже собрано. Хороший результат. И двигаемся дальше. Вот так, чудесно, чудесно. И еще вот так, замечательно. 3931 монета. Немножко не хватило к 4000. Ну, сейчас мы их быстренько наберем. Вот так. Замечательно, друзья. Вот, здорово. Еще вот так. Тут нужно быть очень осторожными, чтобы не попасть в аварию. Вот, смотрите-ка. Ай-яй-яй-яй. Чуть не попали в аварию. Вот так, неплохой результат. Вот так, замечательно, замечательно. Итак, летим и собираем монетки. Вот, очень хорошее месторождение было. Итак, 6000 монет. Смотрите, друзья, какой хороший результат. Переходим на уровень 6. Пока нету у нас... Ай, вот я и накаркал. Есть уже повреждение. И второе повреждение. Ну, вот как-то не пошло. Заговорился. И вот как-то вот так получилось. Ничего, летим, 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 собираем. Вот, замечательно. Ай-яй-яй, чуть-чуть не попали в аварию. Вот, замечательно. Итак, 7000 монет собрано. Ой, что это было? Ой, случайно на паузу нажал и разбили корабль. Но это нечестно как-то получилось. Поэтому, друзья, давайте-ка продолжим игру. Итак, 8000 монет собрано. И мы переходим на 7 уровень. Вот. Итак, друзья, собираем, собираем монетки. Очень-очень хороший результат. Замечательно. Ой, осторожно, амнямушка. Ой-ой-ой. Вот так, да-да-да-да. Вот, отлично. И смотрите, какая хорошая цепочка монеток. Здорово, собираем, собираем, собираем. Вот так, да-да-да-да-да-да-да. Отлично. Ай-яй-яй. Ну, как-то вот так, друзья, получилось. Как-то вот так. Ну, тем не менее, я думаю, 1008 собрали. Да, 9801 монета. Очень хороший результат. И мы возвращаемся в игровую комнату. Это у нас уже будет где-то 39 тысяч. Ну, я думаю, уже на завтра нам на другие игрушки хватит. Итак, друзья, на этом мы будем прощаться. Наш амнямушка уже устал. Разве что-то в комнате обновить. Давайте-ка мы вот этот приемник стар уберем. А сюда купим какую-то современную прикольную вещь. Кстати, посмотрим, что здесь у нас интересного есть. Возможно, то ли какой-то стульчик, то ли какой-то диванчик. Посмотрим, чтобы сюда у нас подошло.
Вот, друзья, давайте-ка сюда поставим вот этот чудесный столик. Вот, отлично. Хорошо. Ну, тогда, друзья, на этом уже мы и будем прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новые серии. И также, друзья, не забудьте посмотреть в плейлистах. Будет ссылочка на другие приключения нашего любимца Амнямушки. А мы, друзья, на этом с вами прощаемся. Всем пока-пока.